Сегодня в 10 часов утра в самом-самом центре Стольного Екатеринбурга на Пуле, то есть на Т-образном перекрестке Пушкина-Ленина, сокращенно Пуле, который является самым центральным перекрестком города, ибо находится в нескольких метрах от дверей главпочтамта, то есть от точки 0, от которой считаются километровые столбики во все стороны света. Короче, в самом сердце бурга приключилась чисто женская авторазборочка. Безжертвенная, но и бессмысленно беспощадная. Декорация такая. По Ленина от Мускома в сторону плотинки катился Volkswagen, пилотируемый 30-летней дамой со стажем руления 11 лет. Ну, то есть такая опытная рулевая бальзаковского возраста. Навстречу ей ехала тринашка под водительством 25-летней молодухи с автостажем 4 года. На перекрестке с Пушкина пилотка ФАУВ затеяла пойти налево. И по правилам 2D она должна была пропустить весь встречный поток. Но по какой-то причине она забила на первую встречную тринаху, и та влетела в правый борт Volkswagen, раскрутила его вокруг двух осей вращения, продольной и вертикальной, и по концовке завалила на левый бок, частично закинув ФАУВ на зебру. При съемках этого ролика ни одна женщина не пострадала. Ни в Volkswagen, ни в тринахе, ни на зебре. В общем, обошлась дамская разборочка без жертв. Что примечательно, первыми на это ДТП приехали не гаишники, а огнеборцы. Кому-то из сторонних наблюдателей показалось, что одна из машин загорелась, и он вызвал пожарных. Они-то ФАУВ и возвернули сбока на лапы.